Выбираем брючки на демисезон. У нас в ассортименте есть модели утепленные, есть модели без утеплителя и есть модель softshell. Что, на какую погоду выбрать? Ну, соответственно, утепленная модель такой примерно. Это холодный демисезон, это примерно 0. Ну, максимум это плюс 10, это, наверное, максимум. То есть надеваем на колготочки, надеваем на флисовые брючки. Будет тепло, они не продуваются, и небольшой утеплитель как раз будет греть. То есть после зимних брюк то, что нужно. Есть модели с грудкой, с прямыми штанишками. Есть модели с грудкой со штаниной на резинке. Натягивается штрипка на ботинок. Есть модели без грудки на подтяжках, либо без них. То есть, вот, например, Рейма на подтяжках. Это все утепленные модели. Если ребенок горячий, жаркий, либо если уже, например, апрель, плюс 7, выше, можно выбрать модельку без утепления. Например, модель Hoopa Frida. Просто на резинке. Самый простой крой, ничего лишнего. Прямые штанины на, например, школьные брючки. Ребенок быстренько натянул. Защищает от влаги, от грязи, легко стирать, легко ухаживать. Отличный вариант. И также у нас очень популярны модельки Soft Shell, очень мягкие, на флисе. Контрастная весенняя расцветка. Опять же, можно жарким деткам носить и от нуля, но мы все-таки рекомендуем носить от плюс 5, плюс 7. Можно на голые ножки, можно на колготки. Точно так же, как и мембранная ткань Soft Shell, не промокает, не продувается, дышит. Единственное, что прям сидеть в лужах мы не рекомендуем.